я отшел, твоя ответственность целиком и полностью. Вот. Два последних года я занимаюсь именно частной практикой, я ушел из стационара. Вот. Кроме того, так я занимаюсь частной практикой, у меня еще экономическое образование есть, да, я занимаюсь и раскруткой самого себя, да, то есть продвижением самого себя, в чем мне помогает моя жена Елена Алексеевна. Вот. Лена, представься. Меня зовут Болдина Елена Алексеевна, я профессиональный SMM-менеджер. Вот. Я соавтор, соведущая и администратор проекта «Панические атаки от ведьмы», который мы создали для того, чтобы изучить в социальных сетях пациентов, которые страдают этими паническими атаками. Почему сейчас мы будем выступать? Потому что есть моменты, которые я не расскажу. Есть моменты, которые полностью выполняла Елена Алексеевна, и она расскажет более ярко и более подробно, чем я. Пожалуйста, быстренько представьтесь, как вас зовут, примерно чем занимаетесь, то есть не важно, вы пришли там просто интересно, или это для вашей практической деятельности нужно, или вы там за какой-то другой целью пришли, да, ну и что хотите получить от нас, вот этого семинара, решили в тот сегодняшний день потратить у нас время и сидеть в этом зале. Пожалуйста, начинайте. Хотелось узнать примерно способы продвижения через соцсети, именно психологического направления. Меня зовут Юля, я работаю сейчас менеджером. Ну, мне интересна эта тема. А так у меня нет, но есть страхи, понятия, важные, похожие. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Лариса, работаю адвокатом. Сергій, я далекий від психіатрії, не психолог. От, але я, по-перше, про вас чув, по-друге, колись був дуже давно, років, може 10 тому, на вашому майстер-класі на Тавалі. І, ну, мені цікаво послухати людину, яка фахівець в своїй галузі. Спасибо. Олег, ну, я вже був у вас на майстер-класах. Тема, честно говоря, вообще даже я не понял, как соцсети, страхи. У меня вообще пока я не понял вообще, в чем проблема. Я не пойму вообще. Любопытно, что за проблемы там. Ну, мы надеемся, что вы поймете, как бы, вообще, проблематику, и чем мы тут занимались. Зовут Лара, готова присоединиться ко всем предыдущим. Вот и отчасти не понимаю. Дочка бизнеса занимает продвижение в соцсетях. Интересно вы. Рекомендации массу слышала вообще. Спасибо большое. Ко всему. Спасибо. Меня зовут Наталья, я инженер, мне интересно такие. Спасибо. Меня зовут Дмитрий, я аспирант, бизнесмен, соседник, как бы, астронавт. Спасибо. Я Андрей, я программист, тоже часто в соцсетях общаюсь. Интересно, что там вообще может быть. Спасибо. Семейченко Виктор, практикующий психолог, провожу сеансы гипноза, учу разговорному гипнозу, поэтому я хочу вашу технику. Спасибо. Меня зовут Саша, мне интересен любой ваш метод. Меня зовут Аня, и я сейчас пытаюсь понять, что происходит в казах на соцсети, потому что я читала панические атаки. Спасибо. Что объясните мне, что сейчас будет? Уже страшно. Понимаете, повторять мою вводную речь я сейчас не буду. Но вы с первых слов поймете, и если вам не понравится, вы уйдете. Нормально. Спасибо. Дальше пошли. После осложнения было поражение нервной системы, в том числе заболевания мозга, и в связи с этим большой круг людей с подобными проблемами, которые постоянно вот это вот звучал диагноз. Я ищу пути оздоровления работы мозга, и все, что к этому касается, я пытаюсь. Спасибо.
Меня зовут Тариса, интересная тема. Спасибо. Меня зовут Ольга, я портная, я была уже на наших семинарах. Мне очень интересно, как вы что-то из чего-то непонятного и какого-то мистического все объясняете. Спасибо. Меня зовут Олеся, я психолог, занимаюсь системной терапией. Мне интересны панические атаки, непосредственно для практики, методы работы, что происходит с человеком, также консультирование при панических атаках. Вот именно такой психотерапевтический процесс очень хочется услышать. Спасибо. Добрый день, меня зовут Валентина. Я вчера была первый раз на вашем мастер-классе, сегодня целенаправленно ехала к вам. Что такое панические атаки, еще не знаю. Страхи как бы тоже есть, у меня психологии интересуюсь. Ну, вообще, хочу с вами познакомиться ближе. Я просто первый раз вчера. Я очень рада, очень благодарна, мне очень понравилось. Вот я девочек сегодня уже привела с собой. Спасибо. Меня зовут София, я будущий психолог, и я пришла узнать что-то новое. Меня зовут Ольга, я психолог, мне интересна тема, и было бы интересно. Господи, о терапии мы чуть-чуть коснемся, потому что тема немного другая. Вот, ну что ж, начнем. Проблема панических атак, она сейчас на слуху особенно в интернете и так далее и тому подобное. Да? Что понимается под паническими атаками? Под паническими атаками понимаются некоторые пароксизмальные приступообразные состояния, при которых человек испытывает необоснованный сильный страх или тревогу. При этом имеются явные вегетативные сдвиги, то есть он чувствует сердцебиение, он чувствует, что падает в обморок, хотя никогда не падает в истинный обморок, то есть не отличается сознание. Он очень боится этого состояния, там ватность ног, желание быстро бегать в туалет, ему кажется, что он сейчас уписывается, укакается, там будет пухать, кашлять и так далее и тому подобное. При этом он, панические атаки часто возникают в тех местах, которые некомфортны и нельзя быстро из них уйти. Например, в супермаркете, где к панической атаке присоединяется страх, что обо мне подумают люди. Да? Метро очень часто возникают панические атаки в этих заведениях и так далее и тому подобное. Сам диагноз панических атак, он достаточно нов. То есть, если вы почитаете неврологическую, психиатрическую литературу где-то до годов 70-х, 80-х, вы вообще не найдете описания подобных состояний. Да, есть описание вегетативных кризов, да, и то они появляются только в 80-х годах. Вот, при этом в классической панической атаке отсутствует физиологический субстрат. То есть, сколько бы этот человек не ходил к неврологам, к кардиологам, а прежде всего он идет к неврологам-кардиологам, которые ставят диагноз вегетососудистой дистонии, кардионевроз и так далее и тому подобное. Но на всех обследованиях норма. Более того, в случаях 80 самих панических атак мы тоже видим не сильные изменения вегетативной системы. То есть если мы видим повышение артериального давления, то мы видим там повышение весное до 140, там, изредка до 160. И любой врач понимает, что это не вредное повышение давления. Это примерно так, как вы догнали там троллейбус, или хорошо позанимались сексом, или там залезли на третий этаж многоэтажного дома. Да, вот такое функциональное повышение давления не приводит обычно к таким ужасным симптомам, которые описывают больные паническими атаками. Они описывают просто, что с ним ужас, кошмар, все горит, страх смерти, у меня сейчас инсульт происходит и так далее и тому подобное. Никакого инсульта там и в помине, как правило, нет. Причина классических панических атак, она психологическая, то есть это невроз, и как для любого невроза должен быть три фактора. Наличие психотравмы, одной сильной, которую человек перенес, или хронической, которую он постоянно живет. Да? Наличие временного фактора, наличие симптома связано по времени с этой травмой. Да? То есть оно возникло после травмы, до травмы. Да. Место, да?
И наличие отражения в симптоматике фабулы переживания той травмы, которую человек переживает. Да? То есть вот как-то, если там у него он долго ухаживал за больным родственником, за бабушкой, которая умирала от онкологии, да, то он боится именно, что у него там онкология или инсульт, да, и он тоже умрет, умерла эта бабушка. Да? Это свойственно для любого невроза. Да? Вот. Несмотря на то, что отсутствие физиологического субстрата, то есть отсутствие вот больного организма, мы при этих функциональных расстройствах не видим, да? Тем не менее, есть некая физиологическая подготовленность к этому. Например, тонкая хрупкая девушка, у которой изначально низкое давление, она больше склонна заболеть паническими атаками, нежели большой, здоровый, тренированный мужчина. Да? Когда человек регулярно переживает такие состояния, возникает ожидание этих состояний и отслеживание своих организмов, своего организма. Организм – такое живое создание, живая система, которая не может постоянно чувствовать себя хорошо. Поэтому, если каждый из вас сосредоточен на своем теле, вы обнаружите, что что-то там происходит. Это что-то не обязательно плохое. Может быть, там это пищеварение, там, или у вас болит колено и так далее. Нормальный человек вообще на это внимание не обращает и идет дальше. Человек, который пережил несколько панических атак и уже страдает ожиданием панических атак, по сути, ипохондрия, будет прислушиваться к таким сигналам. Эти сигналы будут вызывать тревогу. Тревога будет вызывать изменения вегетативные, то есть сердцебиение банальное, которое послужит самой началом панического атака. То есть паническая атака в этом случае сама себя стимулирует. И уже появляется страх наступления самой панической атаки. В дальнейшем возникает избегающее поведение или ритуализированное поведение. То есть человек старается не ездить в метро, старается не ходить в супермаркет, старается ходить там, в супермаркет или в метро только с мужем, да? Старается не пользоваться общественным транспортом, старается ехать только на такси. Вот. Это порой сильно ограничивает его передвижение, и возникает уже агорафобия, то есть боязнь открытых пространств, боязнь публичных пространств и так далее и тому подобное. Вот. Это все закрепляется вот так. Очень часто, так он ждет паническую атаку и болеет чем-то, он устраивает потом хороводы родственников вокруг себя. То есть, вот недавно была девочка у меня с паническими атаками, да, то есть они, там, два ребенка, девочка, у нее было тяжелое очень детство, муж у нее прекрасный, да, они жили все нормально, девочки начали панические атаки. После этого она взяла детей и мужа и переехали к свекрови. И все они, муж, свекровь и так далее, пытались справиться с ее паническими атаками. То есть это некоторое привлечение внимания, некоторый хоровод вокруг больного, который подпитывает его истеричность, его демонстративность. Да? Это тот, что если рассматривать панические атаки как невроз. Да? А у нее почему возник? Там же изначально была плохая свекровь. Очень плохие отношения, свекровь очень властная женщина, она ее заставляла мыть посуду, и она очень хотела уехать от этой свекрови, забрать детей, мужа и жить самостоятельно. Но ей такую возможность предоставили. Вот они начали жить вместе отдельно от этой свекрови, и у нее начались панические атаки. Но пришлось мыть посуду. И она тем самым привлекла это внимание свекрови, чтобы та водила вокруг нее хороводы. Потому что страдает сын, потому что дети малолетние, там, два годика и годик, они забрали эту девочку к себе. Да, вот что такое паническая атака как невроз. Но сами панические атаки являются скорее синдромом, нежели заболеванием. Да? То есть я описал невротическое развитие панических атак. А самые подобные пароксизмальные состояния могут возникнуть от очень многих причин. То есть, ну, первое, что следует упомянуть, это действительно физиологические нарушения, которые не диагностируются врачами, но которые действительно есть. Человек чувствует их, не идет к врачам или идет к врачам плохой квалификации. Этот плохой врач ничего не находит.
Он лезет в интернет и считает, что его симптомы совпадают со симптомами панических атак. Дальше он читает еще больше о панических атак, и действительно мы видим сдвиг клинической картины в сторону уже невроза. Хотя сам пусковой механизм был физиологический. Наиболее частый пример таких панических атак – это панические атаки вследствие шейного остеохондроза. Да, мы видим, что между между позвонками, короче, в шее, лежит узел, который отвечает за сердцебиение и давление. И когда позвонки немного по-другому смещаются, они придавливают этот узел. И он стимулирует, и получается сердцебиение, получается сдвиг давления, темнеет в глазах и так далее. Да? Это чисто тебе физиология. Да? То есть на самом деле такому человеку надо на ранних этапах обратиться к грамотному специалисту по шее. Да? Грамотных специалистов по шее мало, я знаю двух, Скажите, кто? Ну, у меня ребенок родился с пробоем. Я знаю одного, который хорошо диагностирует, но потом он не лечит, потому что он занимает должность главврача Центральной клинической больницы, это ФУЦА Ирина Анатольевна. И второго, который и лечит тоже, и хорошо лечит, это мой друг Арнольд Николаевич Офицер. Фамилия какая? Арнольд. Офицеров. Школа массажного искусства жила. То есть, может быть, есть другие, но эти меня вот полностью устраивают, и я к ним посылал свои клиенты. Если у человека проблемы с шеей, можно посылать к ним, правильно? Да. Он дорогой специалист. Он может подсунуть своего ученика. Вот поэтому, когда мне важно, чтобы именно он занимался человеком, я ему звоню и говорю: Арнольд, на выходных мы пьем вино, да, а это уже все мы оговорили, да, а вот ко мне придет человек, займись им, и он лично занимается этим человеком, да. Вот, вам я не разрешаю ссылаться на меня, потому что, у нас... Мы не пили с ним вино. Да, вы не пили с ним вино, и вы не знакомы с моими секретами, вы учились как одногруппники в одном вузе. А? Фурса, Ирина Анатольевна. Фурса, да. Фурса. Она диагноз, да? Она раньше была прекрасным неврологом и именно лечила, потом стала зав. Отделением, потом стала нацмедом больницы, потом была лечащим врачом Юлии Тимошенко. На тот период, когда Юлия Тимошенко пребывала в тюремное заключение в нашей больнице, да, и после этого стала главврачом ФЦКБ. Диагноз действительно прекрасный. Вот, но заниматься лечит вас не будет, у него хоть и других. Спасибо, я надеюсь, я не заболею. Первое, с чем мы можем перепутать, это с шейным остеохондрозом. Второе, это закрепление на каких-то действительно физиологических аспектах, которые были единоразово, но человек боится повторения их. То есть это инициация панических атак через действительно физиологический какой-то аспект. То есть человеку просто стало душно где-то в метро, в помещении и так далее. Ну просто реально там было душно, и он упал в обморок. Он боится этого помещения, он боится повторения этого. Да? Или, например, человек был в похмелье, да? И он пережил вот такой пароксизмальный спазм, перепил. Да? Он начинает бояться повторения, хотя он уже не пьет и так далее. Но так он ожидает повторения и прислушивается к своему организму, то возникают уже истинные панические атаки. Да? Бывает и такой механизм запуска. Вот. Как правило, на пустом месте без психологической подложки этого не бывает. То есть какая-то хроническая психотравмирующая ситуация, на фоне которой человек нашел решение из этой ситуации заболеть паническими атаками. Да? Вот. Кроме того, бывают пароксизмальные состояния при любых неврологических состояниях, естественно, да, при гормональных состояниях климактерического периода, ПМС, щитовидной железы и так далее, и которые, если врач не диагностирует, профильный врач не диагностирует, то человек начинает бродить и думать, что у него панические атаки. Очень часто паническими атаками заболевают люди, любящие употреблять вещества, неодобряемые законом, изменяющие сознание. Да? Наиболее в этом смысле патогенно это как раз конопля, да, наиболее распространенный препарат. Да?
также дискотечные наркотики, соли, дизайнерские наркотики, у которых написано на каждом доме, где их взять, вот, на какой сайт зайти, чтобы купить, вот, и психостимуляторы. Наименее патогены в этом отношении – это героин. Вот. Ну и кроме того, состояние, похожее на панические атаки, может даваться велотекущая, неврозоподобная шизофрения и как любое психотическое состояние вообще. Также, а спайсы могут привести? Да, ну я говорю, дизайнерские наркотики, спайсы относятся к дизайнерским наркотикам. Вот. Любые шизофреноподобные расстройства, да, а также панические атаки редко, но могут возникать во время маниакально-депрессивного психоза в стадии депрессии, потому что стадия депрессии не тот, что раньше у него не было психотравматичным, становится психотравматичным, у него весь мир становится чёрным, да. Понятно. Подскажите, пожалуйста, вот ситуация, клиент пришел. Человеку 23 года, закончил вуз, юридически пришел работать в прокуратуру. Начались сильные зажимы. Человек пришел, что он не может разогнуть, вообще говорить не может. И мало того, что это ночью он не может спать, у него идет, шла кровь. Мы работали с ним, кровь шла из носа. Я не могу говорить о человеке, который лично не видел и не видел. Да, я просто говорю, что поэтому вот давайте такое. Не отнимать время, а просто начнем дальше продолжать наш семинар. Да. Вот. Таким образом, мы видим группу болезней, да, которую пациенты ставят сами себе диагнозы. Да, страдают ими, пытаются как-то излечиться от них, ходят по каким-то врачам, но мы не видим, но на самом деле мы видим какой-то конгломерат причин, да, и если лечить причину, а не болезнь, то там разные подходы, одного к вертебрологу, другому большому психиатру, чтобы шизофрению лечил, да, а третий вообще наркоман, да. Вот в частной практике я стараюсь ограничить свою практику только истинными невротическими состояниями, да? Потому что они курабельны и хорошо лечатся моими методами, которые я применяю. Вот. И после 2014 года, когда произошла революция, когда произошли экономические изменения в нашей стране, до 2014 года у меня было все хорошо, у меня был большой процент прихода на прием именно невротических больных, вот, и достаточно маленький процент психиатрических больных, которых я или отказывался от них, или отправлял в свое отделение, где я же работал врачом и лечил уже как большую психиатрию нормально. Вот. После 2014 года ситуация резко поменялась. У невротика обычно есть уже вторичная выгода, почему он этими паническими атаками страдает. Поэтому, когда действительно наступает какая-то объективно плохая ситуация, он берет и выздоравливает. Потому что ему невыгодно болеть. Тупо невыгодно. Вот. И невыгодно ходить к психотерапевту, платить ему деньги, да еще и болеть. Да. А у шизофреника и органика наступает обратная ситуация. Он воспринимает изменившуюся экономическую ситуацию как стресс, и он начинает, наоборот, заболевать и ухудшаться. Поэтому на мой прием шло 90% шизофреников, людей, которые употребляли наркотики, то есть не моих клиентов. Да? Казалось бы, в чем проблема? Не твой клиент, отказался от клиента, пошел нафиг. Да? Потому что это не твой клиент, ты не можешь ему качественную помощь предложить. Но проблема в том, что он уже заплатил тебе за первый прием, и он ожидал, что ты ему поможешь. А ты его послал. Он не понимает, что он не туда обратился. У него обида происходит, он считает, что ты плохой доктор и так далее и тому подобное. Это после тебе карма. Начинают писать плохой отзыв и прочее. То есть моя задача была сделать так, чтобы на прием приходили мои больные, а не мои больные не приходили. Да? Те больные, которые я хорошо, быстро могу вылечить. Да? Вот. И что я придумал там? То есть я придумал до того, чтобы он пришел на прием, он должен заполнить анкету. Структурированную анкету.
глядя на которую, рассматривая которую, я понимаю, это мой больной или не мой больной. Анкету он заполняет в форме онлайн. Стимул к заполнению анкеты – это скидка, которую он получает на первый прием. Понятно, что если у меня уже есть подробная анкета, я на первый прием затрачу гораздо меньше времени. Обычно первый прием у меня длится 1.5 часа. А так я могу принять пациента за 30 минут, я уже с ним как-то знаком уже. Со всей его историей жизни. Да? Вот, поэтому и мне выгодно эту скидку ему дать. Это мне экономит время, силы и так далее и тому подобное. Вот, и была создана такая анкета. Первый вариант анкеты включал около 73 вопросов. Они были с логической связкой между собой. То есть, если ты ответил определенным образом, то определенные вопросы у тебя просто не появляются. То есть, если ты ответил, что у тебя нет депрессии вот за последние дни, то вопросы про депрессию у тебя не появятся. Если у тебя нет, ты ответил, что нет головных болей, то вопросы по головной боли не появятся. Если у тебя ответил, что нет там изменений в шее, да, то есть, и ты обследовался на эту тему, то вопросы по изменениям шеи у тебя не появятся. Анкета состояла из следующих блоков. Анкету заполняет человек, естественно, анонимно. То есть, там было предупреждено, что вы можете написать хоть Вася Пупкин, но запомните, что вы написали, потому что когда вы будете звонить мне на прием договариваться, вы должны именно так назваться, чтобы я вашу анкету принес на прием, а не другого. Да? Вот. И вы должны правильно заполнить ваш e-mail, да, чтобы получить ответ с прогнозом. Таким образом, я тех больных, которые мне не подходят, сразу мог написать, я вам не помогу. Обратитесь к другому товарищу, вот такому товарищу. Делайте такие-то обследования до того, как приходить ко мне. Это все абсолютно бесплатно. Да? Ну, классная идея. Вот. Значит, блоки вопросов были такие. То есть общие данные, данные, которые позволяли выявить у него органическую патологию. Это первое, наличие головных болей. Второе, наличие патологии шеи. Третье, наличие депрессии. Да, открылась форма, какая именно депрессия, например. То есть это психогенная депрессия, которая вызвана паническими атаками, или он просто в стадии эндогенной депрессии, в стадии маниакально-депрессивного психоза, да, то есть это позволяет третий вопрос, уже не помню какой. Ну вот, короче говоря, вот сразу диагностика, страдаете ли вы эндокринологическими заболеваниями, да? Понятно, здесь мы узнаем, позволяя дифференцировать. Следующий блок вопросов детально описывал, какой именно формы панической атаки страдают. Дело в том, что есть симптомы, которые сразу говорят, что это не паническая атака на самом деле, что это что-то другое. Например, при панических атаках человек никогда не падает в обморок. У него все часто наблюдается предобморочное состояние, он говорит, ой, сейчас я упаду, но отключение сознания не происходит. Не происходит непроизвольного мочеиспускания. Да. А может происходить такая, ну, не одышка, а фактически задыхание, быстрое сбив уже? Может. То есть вы можете, это анкета рабочая, вы можете зайти на мой сайт и просто для себя ее пройти и получить микрофон. Вот. Никогда не происходит мочеиспускание непроизвольного. Да? Может казаться, что очень хочется в туалет, но до туалета человек все-таки добегает. А вот непроизвольного мочеиспускания у них нет. Вот. То же самое калоизвержение непроизвольное в публичном месте у него не происходит или произошло единоразово, он там отравился, и после этого у него понос, и после этого панической атаки боязнь поноса у него. Да? Вот. То есть это все позволяет заподозрить не паническую атаку, а эпилепсию, например. Вот. То есть длинный перечень вопросов. И опять же, то есть чем больше он отметил галочек, чем больше у него симптомов, тем более он больной. Тем более он хочет казаться больным, тем более это выгодно ему. Были отвечающие, которые практически все заполняли. Я понимал, что человек, который реально это все переживает, он бы не смог это запомнить и выжить с этим 8 лет, да? Периодично в панических атак, да, то есть каждый день, несколько раз в день, раз в неделю, раз в год, раз в 2 года и так далее. Постоянно, непрерывно. Длительность панических атак. Паническая атака обычно не длится больше 20 минут. Если он пишет, там полдня у меня паническая атака, то он или сильно преувеличивает,
или это не паническая атака, да? И так далее. Что может вызвать паническую атаку? Кто-то называет, не называет. Ни о чем не говорит, но этот вопрос был. Вот. Насколько паническая атака мешает жить? И сферы жизни описаны. Там социальная, сексуальная, работа, дом, семья и так далее. То есть мы понимаем, насколько человек инвалидизировался благодаря своей панической атаке. И сравниваем по силе. То есть если у него одна паническая атака в месяц, и он отмечает, что это сильно мешает ему такому развитию, сексу и работе, то мы видим явную вторичную выгоду, и что он вводит вокруг себя хороводы, да, вместо того, чтобы спокойно один раз в месяц поболеть, как все нормальные люди, мы один раз в месяц, как правило, что-то с нами случается, то ли перепой, то не шерсть, то я шучу, но перегрелся, то ли еще что-то. Да? То есть мы сравниваем, вот, насколько он правдив и насколько вообще понимаем стиль его жизни. Если у него выгода есть, то мы работаем как психологи с этой выгодой и начинаем изучать. Да, но это уже работа. То есть, ну, мне надо было вот это все определить. Угу. Следующий блок, я должен понимать, в какой среде он живет. Да? То есть он имеет полового партнера, не имеет полового партнера, имеет несколько половых партнеров. Да? То есть это само по себе может быть психотравмирующим. Когда я вижу, что он отмечает, имеет несколько постоянных половых партнеров и несколько переменных половых партнеров, я понимаю, что тут проблема-то глобальная, да, в выборе этих партнеров. Вот. Имеет совместные бытовые отношения, не имеет совместные бытовые отношения. Сколько человек проживает на площади, в которой он живет, мы оцениваем, насколько ему комфортно. То есть, если он говорит, что на этой площади проживает больная бабушка, муж, брат мужа, жена мужа, двое детей мужа, он, его брат и так далее, а квартира двухкомнатная, да, то мы примерно видим его психотравмирующую ситуацию, да, что в этом условии жить невозможно. Да? Вот. Дальше был блок, который описывал распределение времени в течение дня. То есть сколько времени он тратит на фигню, на сон, на гигиену, на отдых, на работу, на хобби и так далее. То есть мы видим, как он живет, мы видим, какую выгоду он получает из этого. Да? Дальше был блок касательно его работы. То есть он должен был отметить, работает, не работает, кем работает, сколько людей в помещении, в котором он работает и так далее. То есть мы видим стрессогенность его работы. Какой коллектив, мужчины, женщины и так далее. И так далее. То есть вот этот блок обратно. Изначально анкета была там около 100 вопросов, но потом я лишнее убирал и только информативные оставил. Вот. А следующий блок вопросов про деньги. Потому что быть здоровым и веселым, и не иметь деньги, на мой взгляд, это очень тяжело. Надо быть йогом. А йоги не болеют паническими атаками. Там буддисты, просвещенные и так далее. Поэтому был вопрос, он был поставлен так. Укажите долю источника покрытия ваших затрат. И там было указано кредиты, заработанные деньги, премии, накопленные деньги. То есть, если он заболел паническими атаками и больше не работает, он тратит накопленные деньги. Помощь родственников младшего поколения, помощь родственников старшего поколения, помощь других лиц, помощь сожителя и так далее. Да. Не спрашивала, сколько денег. То есть мне не важно было, сколько он зарабатывает, мне важно было, как он их тратит и откуда он берет. Вот это важно. В этой анкете на каждый вопрос уже свой ответ предполагалось. Да. То есть я старался ограничить количество открытых вопросов. Потому что они меньше думали. И больше писали, и больше унифицировано это было. Потому что если они начинают думать и что-то писать, то вообще там не разбери, поймешь. На некоторые вопросы были открытые вопросы. Например, вначале было, в какой сфере вы занимаетесь. Да? Опишите свое рабочее место и так далее. Это все закрытые. А потом в конце, кем вы работаете конкретно. Да, то есть в какой сфере, там, в сфере торговли, там, в сфере услуг, предпринимателя. В конце он указывал масса маникюра. Да, это открытый вопрос.
Вот. Вопросы были обязательные, то есть отвечая на них, ты дальше не пойдешь. Да? Вот, он не мог просто пропустить и умолчать. Все по-честному. Вот. А дальше были вопросы, поставленные на диагностику шизофрении, и упоминались симптомы шизофрении, которые могут забить колокольчик. Один-два симптома ни о чем не говорит, если он отмечал, но если он отмечал больше, там у него голоса в голове, видения, призраки к нему в детстве приходили, вот, и так далее, да, то это меня сильно напрягало. Это все сравнивалось с всеми ответами. Да? Вот. Далее был вопрос, употреблял или не употреблял психоактивные вещества. Вот. Далее был блок вопросов, история лечения. Обращался ли к психиатру, кому, куда, лежал ли на психиатрическом стационаре. И таблица, обращался еще к каким специалистам обращался и с какими результатами. И дальше блок вопросов, какие лекарства вы принимали в течение жизни, и перечень групп лекарств с названием, потому что они там им скажут, что нейролептик, они не поймут и конкретно название. Да, нет. То есть поэтому мы можем вычислить диагноз, там, мы можем вычислить того же шизофреника, мы можем вычислить того же это самое. Вот. И в конце, какие лекарства вы принимаете сейчас, и email адрес. Да? Вот такая, на самом деле это была огромная работа, это около месяца я составлял, пробовал анкету и так далее. Несмотря на кажущуюся сложность анкеты, реально нормальный человек может пройти ее за 20 минут. Среднее прохождение человека, который проходил эту анкету и был психически здоров, 20 минут, 19-20 минут, я вижу пальцев, да? Составила эту анкету. Молодец, Виват. Но это же мои фантазии относительно того, как она будет работать. И мне надо было опробовать, как это работает на живых людях. Да? Чтобы действительно работать, не работает. Да? Как она обрабатывается, как они реагируют на прогнозы, которые я им присылаю. Она была размещена у меня на сайте, по-моему, на первом этапе даже не была размещена. Вот. И для того, чтобы опробовать, я решил использовать социальные сети. Мы использовали социальную сеть ВКонтакте, да? Для понимания того, что происходит. С помощью социальной сети продать что-то очень сложно. Социальная сеть, она это площадка для общения, и это способ создания определенного имиджа, определенного бренда, поддержания определенного мнения о тебе. Тогда она работает, а продают другие маркетинговые механизмы. Вот. В социальных сетях есть очень много групп, сообществ, где тусуются люди, которые больны паническими атаками. Некоторые из этих групп коммерческие, их ведут так называемые лидеры, которые эти... Да, вот, давай. Персону доктора мы решили замаскировать. Вот. Их ведут лидеры, которые продвигают какие-то инфопродукты, например, продают книги, как излечиться от панических атак Курпатова, да, продают свои вебинары, там, пройди там 5 моих вебинаров, ты узнаешь, как за полгода излечиться от панических атак, я сам излечился от панических атак, вот, как Федоренко, и так далее, это, ну, подобное, группы массивные, то есть группы содержат около там 10-20, 100 тысяч подписчиков. Да? Они их специально набирают. Они вот как набирают, это рассказывает жена и так далее. Да? Те, кто ведут активно эти группы, ведут обычно свои видеоблоги, вебинары, то есть, каналы YouTube, передачи телевидения, и все это располагает группы. То есть, чтобы группа была живая, ты должен их развлекать. И вот мы решили, используя эти группы, используя определенные инструменты, о которых расскажет моя жена, создать свою группу с мулькой, чтобы они проходили вот эти вот анкеты, чтобы их тестировать, эти анкеты, на процессдатность, да, на то, что они вообще что-то дают там или нет. Да. Вот. При этом, так как есть раскрученные звезды, которые занимаются этими группами и инфобизнесами, да, и так как я достаточно публичное лицо, чтобы эксперимент был чистый,
Мы решили замаскироваться, мы решили не связывать информационную на эту группу с моим лицом и вести анонимно, да, чтобы они сразу не читали, что это психиатр, ага, к психиатру я уже обращался, психиатр мне не помог, значит, здесь мне делать нечего. Да. Он к другому психиатру обращался, да, то есть я мог бы и помочь ему, вот, не знаю, да. Но мы решили не связывать это с моей персоной. Поэтому была создана ложная личность ФИК, который и управлял этим всем процессом. Да, была создана прекрасная девочка, Ирина Шульгина, симпатичная фотография на аватарке, располагающая, такая вся веселая, с голубыми глазками. И эта Ирина Шульгина стала внедряться вот в эти вот... Это реальный человек в смысле фотографии? Реально? Фотография реально. За компьютером сидит жена. Ну, я свою просто фотография была, мы общались, да? Да. Мы общались. Я решила изучить крупные группы ВКонтакте. Это Павел Федоренко, который говорит о себе так, что я вот сам излечился от панических атак. Еще один момент я перебью. Дело в том, что для тех людей, которые не знают, что такое самоменеджмент, может показаться, что это вот сидишь ВКонтакте и что-то ручками щелкаешь, набираешь. Нет, на самом деле все гораздо проще. Есть специальные программы, которые позволяют работать с контактами, и которые позволяют, например, ты задаешь, вот, вылови мне всех россиян из данной группы, да, и он у тебя вылавливает всех россиян, все их телефонные номера, все их, которые выложили в открытом доступе, e-mail и так далее и тому подобное. То есть ты можешь, это крутой способ сегментации рынка и вылавливания именно того сегмента, который тебе нужен. Поэтому, когда моя жена говорит о крупнейших группах, это не на его взгляд, а действительно были проведены большие исследования нами об динамике на тот момент всего сообщества ВКонтакте. Можно сразу пару примеров таких программ? Spotlight, Target Hunter. Target Hunter, он создан для того, чтобы парсить аудиторию. Парсить – это получать какие-то определенные знания, информацию из по ключевым словам из сайта. Что программа называется? Target Hunter. Есть другие программы. Есть программы, которые работают не только с контактами. Она более простая в обслуживании. Там вводишь ключевые слова, там психология, панические атаки, излечение панических атак, и тебе дают перечень ссылок ВКонтакте людей, которые там в этих группах состоят. То есть очень большое. Например, вот на сегодняшний день... Это все в открытом доступе, пользуйтесь. Этим всем там за определенную плату ты пользуешься. Ну, вот, например, сейчас жена, так мой самоменеджер, она может вести Greenwald, и узнать, на каких стенах кто обо мне что писал. И я могу дальше вмещаться в диалог. Через эту программу, да? В зависимости от того, что-то хорошее написали, лайкнули, что-то плохое написали, опустили человека, который и объяснили, что он козел, и показали всем, что он козел. Вот. Тут, ну, классное продвижение. Вот, поэтому вот все, что мы говорим, да, оно не просто ручками сделано, это не субъективно, это действительно очень большая система подготовки. Это работает очень быстро. Да, и это действительно массовость. Спарсить 100 тысяч человек можно минут за 5. Почистить его от ботов, личности, которые волосы, ногти, которые добавляются в такие сообщества, просто всех подряд. Да. Это все убирается от собак. Собаки – это удаленные страницы. Это все занимает минут 15. Что значит собаки? Вот никак... Собаки – это удаленные или заблокированные пользователи. То есть страница удалена, и на аватарке собачка с такими глазками. Ну, Она выступала как администратор проекта панической атаки. Не по психотерапии. Не по психотерапии была просто. Все. Вы договорились с ней, и вот ее лицо. Ни с кем я не договаривалась. Я нашла фотографию девушки симпатичной ВКонтакте. И вставили... Она дала разрешение. Это создано. Стоповые сайты можно не работать. Фотографии используют. Не, ну мало ли. Это уже детали. Может, такие. Это детали. Недопредельное разрешение никто мне не давал, но это нигде не запрещено. То есть, если человек найдет свою фотографию среди сотен тысяч
и пожалуются, страницу, да. И пожалуются на меня, как на человека, который создал клон этой страницы, тогда, конечно, они будут а-та-та. Но это практически нереально. А-та-та просто блокировка? А-та-та бывают разные. Да, блокировка навсегда в основном. То есть эту страницу блокируют навсегда. То есть никаких личных данных Ирины Шульгиной, естественно, я не указывала, я ничего о ней не знаю. Я написала, что она Ирина Шульгина, имя вымышленное. Фотография девочки, место работы, панические атаки, ответный удар. Но, в общем, думаю, никто не пострадал. И девочка. Она даже не знала, что она Ирина Шульгина. Ну да, она откуда-то с Дальнего Востока. Но это больше про самодоследжение. Да, про доследжение. Да. На чем это? Рассказывай. Вот. Про Федоренко. Про Федоренко, да. В России есть две крупные группы. Это группа Павла Федоренко, «Жизнь без панических атак». Павел Федоренко – это человек, который избавился от панических атак самостоятельно, избавил от них свою жену, написал несколько книг, записал какие-то вебинары, и это все успешно продает и продвигает в сетях ВКонтакте, YouTube и так далее. Павла Федоренко читают, его очень любят, ну, нравится, да и ладно. Второй такой человек – это психотерапевт из Москвы, да, Андрей Курпатов. Андрей Курпатов, все питерский психотерапевт. Все о нем, естественно, слышали, у него очень много книг интересных, не очень. В общем, Курпатова тоже любят и хорошо. Вот. На территории Украины есть такая Серафима Урсуляк, це психотерапевт зі Львова. У нее тоже очень большая группа ВКонтакте, в которой тоже общаются, делятся опытом люди, которые страдают клиническими атаками. Вот. И это Ирина Шульгина, группа в эти вступила. Группа в эти вступила, аудиторию оттуда спарсила и стала приглашать в проект, в свой проект. Мой проект назывался «Панические атаки. Ответный удар», в котором я говорила, что вот пройдя анкету, вы получите скидку на лечение. Прогноз на лечение. Да, вот что с вами происходит и можем ли мы вам помочь. Личность Сергея Геннадьевича там нигде не фигурировала, то есть это было вот просто общение с людьми. Аудиторию-то я спарсила, все бы хорошо, но смотрю, не активно. Я полезла в обсуждение, естественно, знаете, в группах. Раздела как обсуждение и стала там общаться. С ним случилось так, что я на своем опыте испытала панические атаки и знаю этот процесс изнутри. Вот. Болела я недолго, потому что мне было невыгодно это делать. Но поговорить об этом, да, я могла. Я стала знакомиться с девочками и мальчиками, обсуждать их проблемы, и мне стали писать. Вот. Это были бессонные ночи. Я общалась с этими несчастными людьми, а была у меня девочка, которая страдала очень долго паническими атаками. Ну, я с ней это все обсуждала, потом выяснилось, что она считает себя инвалидом, и у нее подвывик бедра врожденный, и она считает, что все беды и несчастья из-за этого, и вот панические атаки. Работает мастером маникюра на дому. Вот. Был у меня замечательный мальчиш из, не помню, из Киева, который тоже мне писал, вот он такой, мы там о литературе, обо всем на свете и о музыке. Вот, и потом он мне прислал фотографии, а вот я страдаю паническими атаками, я несу зло, я вот такой плохой, вообще все плохо. И он мне как-то прислал фотографии, как он разбомбил дома всю мебель, порвал вещи жены и ребенка, избил их и скрылся в неизвестном направлении, при этом не забыл мне прислать эти фото. Непонятно для чего, но был такой мальчишек. Какая у него выгода? Какая у него выгода? Он был наркоманом. Он был наркоманом. А у той? А у той, ну не хочу я с подвывихом бедра куда-то работать. А, то есть работать не хотела. Я хочу сидеть дома и делать какие-то ногти эпизодические. У меня есть муж, которого нужно держать тем, что я вот бедная, несчастная, и ты должен быть рядом. Любить меня такой, какая я есть, или не любить. Обычно операция по имплантации бедра в Киеве стоит около 3-5 тысяч долларов. Ну, небольшие такие. До 15 тысяч. Ну, это не такое уж и... Это небольшие деньги. Небольшие деньги, то есть от этого можно было избавиться, не накрутить себе атаки.
Вот. И в основном такие люди были, ну, каждый, наверное, второй. А нужны они были для исследований? Да, нужны они были для исследований. Да, я должна была их собрать и посмотреть, как они проводят эти анкеты. Из тех, которые со мной подружились. Анкету, да, я предлагала всем. Но ни один из них не прошел эту анкету до конца. Нет, мы проходили много. Проходили те, которые заходили с прямого захода с сайта. Нет. С ВКонтакте около 80 анкет было обработано. Но ни один из них не дошел. Но ни один из них, кто беседовал и разводил вот эти сопли долгие, ни один из них не дошел анкету до конца. До конца. Ни один из них. То есть вот. То есть они или... Почему не дошел, сейчас расскажу. Не дошел, потому что вот там были блоки, то, что Сергей Геннадьевич говорил, о деньгах. Ага, вот она дошла до этого блока о деньгах, сколько ты зарабатываешь денег, откуда там у тебя не доход, было вот этого. То есть, а она мне пишет, а зачем тебе надо, сколько ты зарабатываешь, а почему ты этим интересуешься? Ага, значит, здесь что-то не то, это мошенничество, все, в банк. Вот. Тоже конопля очень много. Ну, тут скажу еще одно. Значит, анкета была полностью анонимна. То есть, если бы я хотел узнать богатых людей как-то, я бы поступал абсолютно другими методами. Да? Анкета полностью анонимна. Пиши Вася Пупкин. И как только доходит обсуждение о деньгах, так более того, потом они начинают спорить, что деньги это не главное, паническая атака у меня не потому, что... Не играет роль деньги в панических атаках. Доказывай, докажи мне обратно, да не будет ничего доказывать. Ну и столкнувшись с несколькими такими примерами, как вот деньги, жилищные условия, нами был придуман следующий шаг, мы решили снимать видеоответ. То есть мы делали скан этого вопроса, естественно, анонимный, и на него снимали видео. Почему? Где доктор, психиатр, психотерапевт объяснял, почему происходит именно так. Почему деньги влияют на панические атаки. Потому что если ты весь в кредитах, и у тебя куча долгов, ну не будешь счастливо жить. Ты будешь думать, где взять деньги, заплатить кредиты, и как, чтобы дети не голодные вообще. Расскажи про иерархию внутри групп. Иерархия внутри групп, да, тоже интересный такой феномен. Группы, опять же, обсуждения, эти люди там тусуются, и они делятся на несколько категорий. Люди, которые сами избавились от панических атак, методом прочтения книги Федоренко, гомеопатии, не знаю. Мне кажется, это невозможно просто ценить. Я читала книги Федоренко, но панические атаки у меня прошли не из-за этого. Так бы все читали. Лично, да, в свое время. Так бы все читали, никто бы не был. Смотря что ты хочешь. Может, наверное, может быть. Смотря, были ли это панические атаки на самом деле. Если просто почитал снять напряжение, и у него уже что-то другое было. А может быть, истинные панические атаки, это вряд ли. Вот. Те, которые избавились от панических атак и учат других, вот читай вот эту книгу, и будет тебе счастье, вот выпей вот этот настой, и ты прям вот сейчас прям выздоровеешь и будешь самый счастливый человек. Люди, которые научились жить с этим, я болею 10 лет, они гордятся, да. Они самые крутые, уважаемые члены группы. И я в определенный момент ложусь, когда вот меня накрывают, я ложусь там головой на север, скрещиваю ручки и лежу, когда это у меня все пройдет. То есть они говорят не на избавление, а на поддержание. На то, чтобы научиться с этим жить. То есть человек какого-то... Очень удобно, что были у других эти панические атаки, потому что они будут в группе. Ну да, разочаровался в этом, в излечении, не найдет он никак способа, как от этого избавиться. Он вот так вот, такой вот герой получается. Сам это подается как герой. Да, это... То есть могут же люди жить там без ноги, да. Ну вот, я могу жить с паническими атаками, я крутой и самый классный. Но без ноги это одно дело, а тут поддержание именно, не профессиональный подход. Ну, наверное, это нет. Профессиональный подход, а кто он там? Я же не знаю, кто он там, он же не психолог, и просто обычный какой-то человек. Вот. И люди, которые с раскрытым ртом слушают первых, вторых, ртом не слушают первых, хотят избавиться, у них порывы, они читают книги. Книга не помогла, ага, прав второй. Я буду вот так вот во
ложиться головой на север, там, вызывать скорую помощь, мне сделали по магнезии, я вот попробую. Вот такие вот еще будут у нас. Как только им предлагаешь что-то, что стоит деньги, они сразу от этого отказываются. Вот деньги начинают там с суммы 100 гривен. Да, было такое, что спрашивали, а это бесплатно? Вот. А почему ты не бесплатно? Ну, бесплатно, а что ты не врач, а что ты? Да, врач должен бесплатно. Помоги мне, да. Ты же знаешь. Ты знаешь. Тут уже совершенно не имеет значения объяснять человеку, что я не могу тебе помочь, тебе невыгодно не болеть. Вот. Таким образом была получена живая группа людей, да, была получена сама группа и сами эти видеоответы, которые впоследствии мне помогли просто по раскрутке по YouTube. Да. И было получено около 80 заполненных анкет из этих групп, которые дошли. Ну, о заполнении, значит, еще раз. Очень много глупых людей. Реально людей, которые не понимают, какую кнопку надо нажать. И что такое e-mail адрес, который надо обязательно оставить. А как я тебе прогноз напишу? Да. А вдруг я оставлю, а ты что-то сделаешь и всем расскажешь. И всем расскажешь, и так далее. То есть очень много глупых людей, реально глупых. А я не могу найти эту кнопочку, а я что-то дожала, и все исчезло. И так далее. А боты не настраиваются на ум? А? Нет. Там есть другие категории, а умные вот. И глупые. Да, очень много, ну вот именно вот такие. Это уже ручная. Конституциональная глупость. Вот. Далее. Только 3 человека из этих всех 83 подходили под терапию. Все остальное были шизофреники. 2 тяжелых органика недодиагностированных, но это было из какой-то глубокой деревни. Пожилая женщина. Да, и еще какая-то. Ну там, скорее всего, рассеянный склероз. Вот. Из какой-то Рязанской губернии. Вот, ну мы охватывали все. Очень много шизофрении, очень много наркомании. Очень много наркомании. Вот именно употребление конопли. И употребление конопли там заняло около 50%. Скажите, всех алкоголизм? Алкоголизм алкоголика не вроде... Нет. Похмелья вызывают симптомы. Симптомы. А сами панические атаки не вызывают. Могут запустить механизм. Нет, я имею в виду, если человек алкоголик. Да. Он не сидит в контактах, он пьет алкоголь. У него все хорошо. Если я знаю, человек алкоголик, у него есть панические атаки. Это связано? Я не знаю. На фоне похмелья. Так, то, что наркоман, они как бы писали, что не употребляют, или вы это косвенно поняли? Что... Нет, у меня вопрос, употребляют, не употребляют, есть ли опыт употребления психоактивных веществ? А если да. Низкое давление? Я не буду сейчас в частности давляться, это не мой клиент, я его не видел. А, там надо да. Вот. Вот, таким образом, то есть мы пришли к выводу, что в... В группах, которые ВКонтакте сидят люди, которые любят поговорить об этом. У них нет цели на излечение. Поговорить об этом бесплатно. Поговорить анонимно, об этом бесплатно. И, нет, не анонимно, потому что куда они... Мы знаем, кто. Да. Но поговорить об этом. Это не были специально созданные фейки, чтобы поговорить об этом. Это писалось лицо страницы. А те 3 человека, которые были выявлены действительно паническими атаками, они с другими диагнозами, они были все с небольшим стажем пребывания в группах ВКонтакте и пребыванием в этих состояниях. То есть они там не завязаны. Те люди, которые действительно хотят вылечиться от этого, действительно страдают панической атаки, в этих группах не завязают. Им неинтересно 300 раз перемалывать одно и то же, слушать, какой умный Федоренко, слушать того, кто умеет жить с паническими атаками, слушать того, кто прочитал, и рассказывать, насколько им плохо. Им это неинтересно, они хотят от этого избавиться. То есть вот это вот весь шлак, который не готов для психотерапевтической работы. Но так как группы большие, 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч, и можно продать за какие-то мелочные деньги, 50 гривен, 100 рублей, да, вебинар. Или вебинар. Вебинар.
да, там по 25 рублей. Выгодно, чем и занимаются те, кто эти группы содержит и продвигает. То есть они занимаются чистой продажей инфопродуктов. А провести серию вебинаров, пройдешь этот на следующем, я тебе расскажу, что делать дальше, а еще, а их 20. Ну, да. Вот уже что-то мы... Вот. То есть вот такие вот интересные исследования. Ну и, конечно, это доказало то, что продавать лечение панических атак, действительно лечение индивидуальной терапии панических атак через социальные сети бессмысленно и беспощадно. Да, бессмысленно, просто бессмысленно. Да? Но эту функцию, откатку анкет, мы выполнили. Да? У вас вопрос? Нет, это не зараза, в смысле, если как бы окунешься вот в эту вот информацию. То есть, это зараза, это информационный вирус. То есть можно и себя потом... Это нет, у меня не было цели. Нет, ну я, допустим, если... Значит, если не вы об этом не слышал, что-то я тоже начну потом, может, слышать. Ну смотрите, если у человека... Смотри, как вы спримите, что у вас есть, да. Как оно состыкуется. Да. Вот. То есть заразно. Когда мы убедились, что у нас вот такой вот контингент, что это работает, что анкета правильно, анкета исправлялась, там, например, было добавлено по внешнему виду, ну, по хабитусу больной, из картинок должен был выбрать, на кого он больше похож. На телосложение и так далее и тому подобное. То есть я дорабатывал анкету, что мне не хватало, каких данных мне не хватало. Да. Когда анкету я посчитал доработанной до конца, вот, я запустил ее в рабочем уже варианте на свой сайт за скидку, как планировал параллельно. И увидел резкую разницу между теми людьми, которые проходят и заходят на сайт, и на сайте читают, что есть такая акция, и проходят анкету, и между теми, что льется через контакт. Через контакт продолжал литься. Этот человек шизофренический, редко органический, вторичная выгода и так далее. Через сайт начали лица адекватные люди, которые приходили потом на прием в 70% случаев, и добивался быстрого излечения их. То есть они не были взяты из групп, где говорят об этом. Они реально искали помощь, находили меня как психиатра, что-то читали обо мне, были согласны платить и были, и почему бы не пройти анкету и не получить скидку за вот, скидка небольшая, процентов 20 от стоимости первого приема. Да, скидка там, чтобы это скорее вот. Всего как маркетинг. Вот. Нет, ну чтобы не проходить. Да? То есть в будущем я планирую ограничить попадание к себе только через прохождение той или иной анкеты. Потому что данная анкета может быть под шизофрению сделана, под социофобию, под практически любой невроз, просто переделать некоторые блоки. Да? Но уже резкое отличие контингента, который в контакте с помощью социальных сетей, и контингента, который идет через свободный поток. Да? Да? Через поиск. Да. Через поисковики. То есть резко отличие, да. У вас ВКонтакте была вот эта фейковая страница, да. Вот этой девочки, а вашего имени ВКонтакте не было. У вас только сайт. До определенного момента. Да, да, до определенного момента вот, не фигурировало. Потому что нам нужно было опробовать именно вот живую массу. А потом реклама, которая через контакт, это через вот этот сайт ВКонтакте говорила, что есть... Нет, мы их так и не связали. Да. Мы пришли к выводу, что это не наши пациенты, и связывать их бесполезно. А как вообще трафик на ваш сайт? Да что? Трафик на ваш сайт подшел. Люди. Я не анализирую. Вы давали рекламу? Нет. Мой сайт никогда не был раскручиваемый, то есть это свободный трафик. Посещаемость моего сайта на сегодняшний день около 300-400 человек в день. Вот. Это хорошая посещаемость для сайта, работающего на Joomla, с устаревшим дизайном, не адаптированный для мобильных приложений. Да. Так, клиентов у меня больше, чем я могу взять, но мне не на чем переделываться. Да. То есть я понимаю, что он хреновый, вот, но я его не переделываю, потому что мне это хорошо. Кроме того, в интернете куча других сайтов, где я указан без моего согласия, да, я их уже не контролирую, ничего, но пусть люди как-то что-то указывают, меня хрень его знает.
пост-визит, да, то есть я это уже не отслеживаю, это абсолютно мне неинтересно. Да? Вот. Ну а тест вот, вот такой вот. Трафик, я не болею, у меня нет времени, что-то, у меня есть запись вперед. Вот. Вот. Задача была не набрать мне клиентов, а именно набрать мне целевых клиентов, чтобы они не занимали мое время наркоманией и шизофреники. Их отсеять. Вот это вот задача. Стоит ли ВКонтакте искать потенциального? Вот. Я пробовал анкетировать. Имея такое понятие, как целевая аудитория. Ключевые слова. Да. Вот. Еще раз. ВКонтакте могут, те люди, которые в группе, они могут покупать, не платят большие деньги, но при этом что-то они платят. И цель продукта, хотя бы недорогой продукт продать. Да, но массово. Массово. За 3 копейки, ты, но массово. Да, то есть если ты за 3 копейки продал, реальные суммы, да, там прохождение вебинара 75 гривен ты ставишь. Да? То есть такие цены, да? Да, прохождение, это реальные цены, 75 гривен. На российский рынок это вообще копейки. Да, у них цены вдвое выше примерно, чем у нас. Да, там, 75 гривен. Ну это примерно бутылка дешевого вина. Да, в России это маленький кусочек сыра. Невкусного. Российского. В Москве 150 рублей с забегала. Мы только из Воронежа. Вот. Воронеж не Москва, в Москве я был в начале этого месяца, в начале прошлого месяца, в начале марта. Мы только из Воронежа, в прошлом году мы в Питере были, в Белгороде были, поэтому мы примерно знаем. Вот. Вот. Поэтому, ты эти 75 гривен берешь с 1000 человек или 1500 человек. И работаешь примерно час. Вот сейчас ты сидишь перед веб-камерой и что-то ей бодро рассказываешь. А получится что-то из этого? Ты не ответишь. На тебя никто не покатит бодку, верни 75 гривен. А если и покатит какой-то шизофреник, ты вернешь ему 75 гривен.